and Command wants to know if they're hiding. Привет, друзья! С вами Рашна Нидзука, мы продолжаем играть в Hello Reach. Последняя серия с трудом, с натяжкой набрала нужное количество лайков, сотню, как обычно. Вот, поэтому вполне возможно, что это будет последняя серия прохождения. Поэтому постараюсь сделать ее наиболее длинной, что ли, более подробной, чтобы в ней все-таки осмотреть большую часть аспектов этой игры, поскольку в предыдущей серии, по сути, это было все вступление. Итак, у нас тут миссия, нам нужно пробраться, видимо, к пришельцам. Нам, видите, дали снайперскую винтовку тут. О! О! Что-то типа стелс, напарник где-то поверху пошел, а мы пойдем понизу. А пришельцы там что-то у нас украли, и нам нужно это вернуть обратно. Так, а где мы пойдем-то? Так, ну, значок стоит. Или нам так и нужно за напарником идти, что-то я не понял. Вот здесь вроде тропа есть. Небольшая. Так, а что сейчас у нас есть из оружия? Пистолетик. Элит, is yours. Do it quiet. Чего-чего? Так что ли его убить? Вручную? Напомнило сектор 8. Мне кажется, враги-то нас засекли все равно, хотя вроде я сделал тихое убийство. Если я правильно сделал, они не должны были нас заметить. Странно, почему не сработало? Вроде я все сделал правильно. А вот также вот очень похоже в игре сектор 8. Ближнее убийство сразу показывается от третьего лица. Но сделано довольно-таки как-то коряво. Не знаю. Да блин, когда мне падают, у меня сбивается прицел. Кто там стреляет? Что это? Где там этот напарник-то? Yes. Да, думаю, надо спуститься. Там значок какой-то человека нарисован. Я не знаю, нужно, наверное, там нажать что-нибудь. Вот, где-то вот. А, вот. Голограмма или что это? А это оружие переключить, блин. А что это за оружие? Актив камуфляж вообще написано. А, камуфляж мы можем активировать. Все, понял. Блин. Со здоровьем проблема сейчас потихоньку восстанавливается. А здесь что у нас? А здесь точно оружие обычное. Так. Там камуфляж-то я забыл. Тот что ли? Ага, вот, смотрите, круто. Вот так и надо было делать. А здесь можно доспех взять, да? Броню дополнительную. О, что-то врагов там где-то шевелится на радаре, дофигища, по-моему. Или что это двигается на радаре, если это не враги? Ладно, нам надо куда-то дальше продвигаться, я так думаю. Так, а куда идти-то? Опять нифига не показывают. Сделано приседание, конечно.
конечно. Нужно давить левый аналог, чтобы присесть, но чтобы красться, это ж неудобно. Вдавливать его и вперед нажимать. Почему он встает сразу, когда я отпускаю? А? Блин, вот косяков-то, а? В управлении. Recon Bravo to Noble 2, stand by for contact report. Standing by to copy, over. We have eyes on multiple hostiles patrolling a settlement. This what we're looking for, Cat? Negative, too small. You're not in the dark zone yet. Engage at your own discretion, but keep moving. You heard her, Six. Drop those tangos. О, а тут можно голограмму. Блин, тут то есть столько возможностей получается дополнительных. Можно свою голограмму включить, наверное, будет двойник бегать. Но все-таки, я думаю, невидимость-то поинтереснее здесь. Все-таки для снайпера. Так, ну а куда нам пробраться-то? Почему не показывают ничего? Тут что у нас? Ну, что там за движение? Такие мелкие враги, смешные какие-то они на вид. Но, зараза, не смешные, когда они на тебя нападают. Беззвучный выстрел вышел. Чувак запаниковал. Тихо, тихо. Не знаю, правильно ли я делаю. Может, мне нужно было просто пробраться куда-то. А, камуфляж кончился, сразу звуки появились. Камуфляж отключается постепенно. Тихо. Это какой-то мощный чел. Интересно, они меня запалили, нет? Давай, давай, включай себе камуфляжик. Сейчас всех нафиг поснимаем. Так, что у нас включился-то опять? Давай, включайся. Заряд не хватает, что ли? Да, заряд не хватает. Блин. Все носятся, блин, хрен попадешь кого. Сверху кто-то сидит. Два выстрела достаточно. Опять чекпоинт. Что мы такое сделали, что нам дали чекпоинт? Incoming. Looks like you really pissed them off. Какой-то, похоже, их. О! Прилетела хрень. Ух. Сейчас она на люлей это наставляют. Я не знаю, походу надо просто всех валить. Больше я никаких этих. Что тут за винтовка валяется? Нам предлагают переключиться. Тоже снайперский. Напарник там где-то сидит слева, справа, то есть от нас. Так. Так. Блин. Так, так.
Ну давай, 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 давай. Повернись. Повернись к нам открытым местом. Слабо веришь, что все, что от нас требуется, это просто разнести всех из снайперки. Тут что-то должно быть другое. Так, где-нибудь, наверное, есть аптечка, мне подлечиться не мешало бы. Ой, что это? Так, тихо. Сняли, отлично. Опять чекпоинт. Эй. Так. Что мы здесь ищем? Это тоже режим, видимо, невидимый, который у нас включен. Не берется поэтому. О, наконец-то. Здоровится. Так, на этом можно покататься. Я смысла не вижу, ладно. Давайте все обыщем, я не знаю. Может, что-то найдем, что тут полезного должно быть. Напарник внизу сидит. Так. По-моему, всю базу зачистили. Видение предлагает включить. Опа, кого-то обнаружил. Ну давай, 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 давай. С кем там стреляешься? Ага, ага. Часовой. Видимо, там стоял и не слышал, что у нас тут уже выстрелы давно идут и всех перевалили. Давай. Опа, опа, ага, ага, ага. Да, в этой части базы народ еще ничего не в курсе. А, турель еще стоит? А, турель-то что-то тяжело подбивается. Твари, подыхайте! Я думаю, это уже давно не тихая операция. Черт, а у нас защитное поле отключилось, надо, чтобы восстановилось. Ага. Так, все нормально. Знаете, тут сохранения очень часто идут. В принципе, это хорошо. Чуть фейлов не придется много переигрывать, да? Making enemy fire!
Ну давайте добивать уже всех. Уф, красиво он всадил. Молодец. Блин, неудачно бросил. Такое со мной бывает. Это слышу. А, смотрите, из них кровь льется синяя. Круто. Вот это я такие моменты уважаю в играх, когда такие вот детали. Льющаяся кровь. Что, с этой ролью можно сделать? А, ей можно управлять. Ну, а мы всех уже, по-моему, завалили. А нет, не всех. Сейчас мы это исправим. Там он еще проход. Видимо, туда нужно нам будет сейчас пройти. Так, врага не вижу. Потихоньку пробираемся. Так. Щит стоит. Let sleeping dogs live. Что это значит? Не очень понятно выражение, ну ладно. Ну, псы спят, жизнь. И что? Я вижу. Так, тихо. Надо невидимку включить. Что это за уроды? Я таких еще здесь не видел. Одного завалили, походу. Он же нас не видит, нет? Он нас не видит? Он нас видит! А-а-а! Ну давай, 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 сука! Тут не видимся, да? Бесполезно. Черт, я сейчас не могу сдохнуть. Аптечку нужно срочно. Все здоровые какие. Фигово, что из-за того, что у нас сейчас невидимость, мы бегать не можем. Вот это вот напрягает. Тут много водится. Не шумите, ребят, не шумите, вы нас запалите. Gunfire. Так, слышим стрельбу. Security sidearm, standard issue. Ух, тут сколько врагов-то. Noble 2, we're at some sort of pump station. Got eyes on civilians. I'm thinking more local militia. They've engaged hostiles. Move to assist. They may have intel we need. You heard us, Six. Keep those civilians alive. А у меня ж патроны кончились. Give us a hand! Bastards just keep coming! Блин, надо какую-то пушку другую. Да, можно менять камуфляж на что-нибудь другое. Сейчас он нам не поможет. Все. Сдох. Magnums. Блин, что ж делать? Нет, надо патроны искать. Visual on targets. Не знаешь, хороший.
Тут где-нибудь у кого-нибудь что-то осталось. Какие-нибудь патрончики. Так. Так, вот хотя бы вместо винтовки это возьмем. Эту хрень плазменную. Тихо. Надо на крышу пробраться. Кстати, а здесь может что-нибудь есть полезное, кроме страусов? На крыше. Так, там что-то светится. Что-то светится наверху, надо точно... О, ствол. Вот этот ствол мне больше по душе. Так, в жизни у нас все порядок. Полный. Так, значит, что у нас тут есть? Армор. Доспех. Вот лучше мы его используем. Такой светится. Просто подсветка, что ли? Я думал, что надо сделать. Didn't like leaving it to someone else to protect our home, so we came back for this. We have them hidden all over the territory. You know, this stuff is stolen. Так что тут у нас? Что за пушка? А, с прицелом. Тут ракетница. И снайперка. Не знаю, что взять. Пускай у нас будет вот так надо. Ракетница и пушка с прицелом. Бег можно взять, да? Бег нам пока не надо. Хочу использовать броню. Так, что происходит? А вот там прилетели товарищи. Захватчики. Ух ты, блин. Так, вот сейчас броню-то мне включу. Так, а что она не включилась? Это броня называется, да? В принципе, может, она защищает, когда враги рядом. И можно их потом отбросить. Так, а мы же взяли ракетницу, значит, можно этот кораблик сбить, наверное. Ну-ка, сейчас я попробую его сшибить. Да он полетел, зараза. Да, он, на нем даже значок стоит. Надо его срочно схерачить отсюда, пока он там еще не навысаживал нам. Блин, мимо, зараза, давай! Что ж такое-то? Все, что ли, заряд кончились, блин! Так, где там они нам показывали эти ящики с патронами? Все, блин, как фигово-то, я все мимо просадил, ёлки-палки. Хреново. Блин, а может где-нибудь еще ящики с патронами есть?
блин. Ах, так потратить. Ой-ой-ой, что это было? Кто это? А! За хитрый чувак, а? Страус, вы меня пугаете своей спокойности. О, что это было? Охренеть. Ладно, соберись. О, ракетница у нас еще целая. Так, стоп. О! Блин, сейчас лучше подождем, когда он куда-нибудь подлетит в более удачную, удобную позицию для нас. Тогда попробуем его завалить. Ты, сука, сдохни! Фига себе бронирован какой! Что делать? Не знаю, как мы теперь разбивать его, потому что я больше не вижу нигде зарядов для ракетницы. Давайте, ребятки, поднажмем. Что я буду делать, когда он сейчас опять прилетит? Блин, может, у кого-нибудь есть ракетница, может, кто-нибудь в него пальнет тоже. Это не дело совсем. А здесь что у нас? Да что ты, иди сюда, урод! У них какие-то доспехи, типа как у нас. Alternate route? We use the riverbed to smuggle rations, weapons. Basically anything that you want to see gets in his cover. Basically. Show us. Что-то про какую-то контрабанду они говорили. Давайте-ка я лучше все-таки возьму бег. Хоть иногда можно будет ускоряться. Так, а с кем нам идти-то? Одни слева, другие справа пошли. There's the riverbed, Six. Let's see where it goes. И бег все-таки наиболее полезная функция получается. Where does this riverbed lead? Straight to the hydro plant. We dammed this river up 45 years ago. Plant powers every settlement in the territory. Shame for all this wasted. Опа, Страус исчез. Взял и исчез. Hold up, Covey dropship, take cover. Okay, clear. Let's move. Так, чисто, чисто. Идите, идите, чуваки. Я понимаю, что вы не понимаете, что я говорю. Вы все на английском базарите, а я по-русски. Ну,
Come on, go. Я вас тоже ни хрена не понимаю. I'll just leave with him. Что это значит? Что это за надпись внизу? Это название главы или что? Big pylon, heavily fortified. That's the source of my dark zone. Okay, consider it gone. Negative. Stick of a multi-dead charge on it. Command is planning something big. They say that pylon guy will die. We're gonna blow it? We're gonna clear the area, then I'm gonna plant a remote dead charge. You wanna provide some cover? Короче, нам нужно зачистить тут все, прикрыть их там, все такое. Точнее, они зачистят тут все, а мы их должны прикрыть. То есть мы будем, наверное, со снайперок сюда помогать им, нет? Что-то они встали все. И это мне не нравится. Ой. Не убивается этот чувак, а? Ладно, пошли нахер валить всех в задницу. Что у нас рогинится? Пустая, да? Давайте пистолетик возьмем. Нормальный пистолетик. Где он тут был? Только что я видел его. Теперь не вижу, блин. Фигово. Ладно, пока вот эту говняшку возьмем. А что, он пустой, что? Во, как стреляет. Ох, нифига себе. Я так полагаю, нам к этой башне нужно пробраться, которая какой-то щит создает, или что это она там за поле создает. В принципе, мы уже к ней пробрались. Что с ней делать? О. Опа! Телепорт. Что, он мертв, что ли? Просыпайся! Ты проспал свою смену! Ай-яй-яй-яй-яй, меня впадают. Ой-ой-ой, блин, все, надо сваливать. Как-то открыто. О, что это? I'm under fire! Какая же пушка? В чем разница, я не понял. Ну-ка, сейчас я всажу тебе пульку. На! Что-то на него не подействовал. Так, я вижу тебя, ублюдок. Стоять. Фух, так, ладно. Завалили. Ой-ой-ой, тут. It's gonna take a minute. Keep your eyes peeled. Опа, ну все чисто, кто-то стреляет в меня. Кто стрелял? Только что. Кого-то защищать надо срочно, ну пошли. Что он делает? А корабль, ну-ка, наверх, я лучше затурали себя, но...
Ё-моё! Блин, уж... Не знаю, как с этими уродами воевать-то. Какие-то здоровые вылезли. Так, и что там теперь делать-то? Заново всё случилось? Да, вроде не должно быть такого. Давай наверх. А, да, заново всех этих валить придется теперь. Ёлы-палы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Нафиг. Такой прицел мелкий у этого. Так все хреново видно. Перегрелся, зараза. Нафиг, 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 нафиг. Все, с жизнями проблема. Пошли вниз, там где-то аптечка была. Что за ружишка, ну-ка. Вот. Все, суки, сейчас у него огребете. А где тут была аптечка? Тут была аптечка. Где враги, блин? Не, мне в этой игре сложно ориентироваться вообще. На радаре, конечно, там появляется, но... я сейчас ищу аптечку. Вот она, родная. Блин, кто тут такой наглый? Наверх и попробуем все-таки еще раз сесть за турель. Где корабль? Давай, 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 давай. Кто мне справа-то попадает? Куда он там этот ублюдок взялся? Почему он жив до сих пор? Ну давай, как остывай. Пошло, 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 пошло. Ну, 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 убей его, убей. Блин, как я не живучий, эти уроды. Черт, все. Все, мне хана. Я пошел отсюда подальше. Ой, сзади кто-то тоже. А, у меня же сейчас дробаш. Я ж не смогу. Ай, блин, опять, суки! Задрали, твари! Не знаешь, каким оружием против них воевать. Своих уродов. Можно их задавить. Ой, нифига себе. Как ты их знаешь, они вот долбят прямо. Не, нафиг, 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 нафиг. Блин. Капец. Соберись, соберись, соберись. Там тот мешок, блин, нам пистолет был взять. Да каждый раз я здесь падаю, я хочу этого урода сверху завалить, потому что он мешается. В спину стреляет. Ладно, хрен с ним. Covenant dropship
Ладья 2! Проблема со щитом. Отходим, отходим. Блин, с одного выстрела они меня выносят, эти ублюдки. Что делать-то? Что ж творить-то? Что ж, а? Я не знаю, эта хрень вообще на них действует или нет? На меня точно действует, мать его! И что делать-то, парни? Дайте же какой-нибудь крутой ствол, а! Что за ствол, кстати? Ну-ка, посмотрим. О, может, это поможет нам, штукенция? Тихо-тихо-тихо, отходим. Подходим. Ой, он уже здесь. Бежим. Включай свою эту бегалку. Ну как же так-то? Фу, ну и миссия, блин. Ну и попал. Так, опять эту пушку хочу взять. Major enemy incoming. Где эта пушка? Че, я не знаю, где она. Тихо. Ой, чуть-чуть. У меня наверх спасло меня, можно сказать. Фу, блин, вот уроды. Что, сзади враги там палят? Уроды. Сдохни, тварь, сдохни. Надо спрятаться. Чё, такая ситуация тяжелая. Recon Bravo to Noble 2. We lost the civilians. Чё ж так жестко-то? This one's mine. Чё, завалили что ли? Чё, воин? Он один живой еще. У меня, по-моему, заряды кончились у этой странной пушки. Так, так, а если пройтись по трупу? Где труп? Труп я не вижу. О! Что, грохнули мы его? Recon Bravo to Noble 2. Charge, please. О, наконец. Inconspicuous, I hope. Stuck it inside the pylon's power supply. Alright, keep pushing into the dark zone. Command wants to know what the Covenant are hiding. There's a key to the southeast of the hydro plant. Copy. Uploading security codes to the map. Проследовать дальше в темную зону. Ну давайте. Так, это может что-то нажать. Это здоровье восстановить, это у нас в порядке. Okay, got him. Unlock indicator. Recon Bravo, we're heading into the dark. Чувак открыл ворота силы мысли, даже не нажав ничего. Ну ладно. Все, может быть, это же фантастика. Да, долго мы этот корабль будем преследовать. Гранатометы инопланетные, да, получается? Так, что тут у нас есть? А, двойника сделано. Давайте попробуем двойника сделать.
Как это работает? Просто интересно посмотреть. А, я направляю туда, куда он бежит. Прикольно. Интересные функции. Беги туда, чувак. Там турель, походу, да, стоит? Черт, патроны кончились. Стол даже переворачивает объект. Сколько оно мощное. Так, этот жив остался, урод. Ловил? Блин, как к этой пушке надо подходить? Ух ты, блин, а? Блин, это слышно. А вот врага нифига. Все, и это закончилось. Все хорошие пушки когда-либо кончаются. И это тоже, что ли? Да что вы издеваетесь? Куда-нибудь двойника поставить или пушки. Беги, чувак. Отвлекайся. Бля, отвлекает он или нет, но. Хотел ударить, забыл, что это кнопка приближения. Игра своеобразная, конечно. Ой, блин, своего долбанул. Ну сдохни, этот тварь. Проблемные места идут тут, конечно. Да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Защита, защита, защита. Все патроны кончились. Черт возьми! Как тут быстро все кончается здесь, а? Ну, труп, дай патроны. Где тут труп это врагов? Вот труп. Где? Где твоя пушка? О! Yeah.
Проблема полная опять. Чувствую, не доживем до хорошего будущего. Блин, дайте патронов. Вообще пипец, нехватка полная, полнейшая. Все, у меня ничего нет, ни патронов, ни взрывчатки. И что делать? Сдыхать опять? Не хочу сдыхать. Ну-ка, я сейчас сяду и развернусь. А вот сейчас я его привезу. Ай, блин, за... Два хнели! Фу, хала, хала. Какая же ты напряжная игра. Давай. Блин, опять кто бесит. Бесит это нехватка патронов. Вообще бесит. Иди отсюда! Попробуем еще раз с пушки, может... Да он бегает со щитом. А, урод, иди сюда! Трусишка! Да блин! Такие турели бесполезные, я не знаю. Так легко на них сдохнуть, что это нереально просто. Не знаю, зачем такая турель нужна? Ты откуда взялся, ублюдок? Ой, я поставил своего этого двойника нечаянно. Случайно. Ладно, взяли его пушку. 86 патронов, не знаю, насколько нам этого хватит. Блин, попрыгунчик, ты достал меня. Кто? Кто это сделал? Так ощущение, что на него вообще не действуют выстрелы. Что, его завалили? Да неужели? Как бедово так играть, а? Кстати, мне интересно, если среди зрителей есть фанаты игры Halo, вообще вселенной Halo, можете описать вообще, за что вы любите эту вселенную? Нет, игра-то неплохая, в принципе, я ничего не говорю. Но просто интересно знать, что главное, что вы выделяете в этих играх. Пушка патронов-то есть. Надо в него что-то поднять. Кое-как куда-то приближаемся. Приблизились. Ну, покажите нам красивое кольцо. Chatbot. Transmitting visual. You've seen this cat? Где субтитры, мать вашу? Они же включены были. It's no strike force. It's an invading army. If we're gonna smother this thing, we need to go with hard and fast. Что такое? Agreed. All recon teams disengage and fall back. Then we'll be up in a few hours, and it's going to be a very busy day.